Всем привет! Вы на канале Ева ТВ, и сегодня мы будем открывать сюрпризы. Но сюрпризы у нас необычные. К нам в гости пришли ребята-киндерята. И каждый из них принес для нас сюрприз. И у них есть свои имена. Давайте же с ними познакомимся. Привет всем! Я мадам Глория. Привет! Я Мальвинка Паутинка. Привет! Я мистер Лимон. А я мистер Огурец. Привет! Я мистер Апельсин. Привет! А я Мелисса. А я Малевинка. Здравствуйте! А я мистер Умелец. Нам очень приятно с вами познакомиться. Ева, ты чей сюрприз будешь открывать первым? Маленький паутинки. Давай! Бери. Открывай. Что там у нас? Что за сюрприз такой? Это что такое? Не знаю. А там внутри что-то есть. А кто такой? Волк. Это волк, смотрите. Покажи всем, какой волк нам попался. Спасибо, Мальвинка-паутинка. Замечательный сюрприз. Это же волк из серии «Маша и медведь». Ева, смотри. Мальвинка-паутинка нам подарила волка. Смотри, что-то он сгрустнул. Что ты грустишь, волк? Почему он грустит? Наверное, он потерял Машу. Давай открывать следующий сюрприз. Мам, я хочу открыть Мальвинку. Давай же открывай. Так. Опять у нас там такой сюрприз в пластилине. Ага. Кто же нам здесь попадется? Это белка. Белочка! Белка. Это тоже белочка из серии «Маша и медведь». Помнишь ее? Угу. Мам, она на всех кидает орешки. Да? И даже на Машу? Да. И на волка? И на медведя. И на медведя. Ну, какая белка озорница. Давай, следующий. Кого мы будем открывать? Мы вот это. Это Мелисса, да? Да. Открываем. Так, что у нас? О, какой большой. Это кто у нас там такой? Маша, 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 Маша. Маша нам попалась. О, мама, тарелка, перчаток от нее. Смотрите, какая Маша в перчаточках. Смотрите, какая у нее шапочка. Маша зимой. Наверное, хочет к волку. Давай поставим ее к волку. Вот так. Да. Вот они будут играть. Так, давай выбирай следующего. Мистер Апельсин. Открываем. Так, опять у нас такой сюрприз. Скорее же открываем. Маша опять. Опять Маша. Много у нас Маши. Вот такая вот. Она танцует. Смотрите, какая Маша нам попалась. Она такая веселая. Смотрите, как улыбается. И танцует. Прикольная, да, Ева? Смотри. Да. Нет. Давай поставим ее сюда. Давай, открывай следующий сюрприз. Я возьму. Кто? Мистер Огурец. Огурец. Открывай. Сюрприз в сюрпризе. Маша Снегурочка. О, Маша Снегурочка. Смотрите, какой у нее кокошник. Она что-то сейчас заморалась в пластилине. Да ее очистить. Смотрите, какая у нас Маша попалась. Она в костюме Снегурочки. А смотрите, какая у нее коса длинная до пола. Ева, смотри. Класс, да? Она мне в мультике очень нравится, потому что вот тут вот
трясутся. Трясутся? Что трясутся? Вот эти. Бубончики? Да, мне нравится. У нас осталось целых 3 сюрприза. Какой выбираешь? Вот это. Мадам Глория. Открывай. О, мама, смотри, у нее рот. О. Какой сюрприз нам приготовила мадам Глория? Опять Маша. Маша! Да, она еще не простая, смотри. Она заморалась. Она у нас художник. У нее щечка заморалась. Маша у нас художник. Смотрите. Какая у меня шапочка, краски с кисточкой. Она хочет, наверное, нарисовать нам медведя. Точно, она, наверное, будет медведя рисовать. А может быть, она тебя сейчас нарисует? У нас остался мистер Лимон и мистер Умелец. Кого выбираешь? Наверное, мистер Умелец. Давай, открывай. Желтый. Это тут сюрприз. Нога вылезла. Чья нога? Ну-ка, давай смотри. Вот нога. Опять Маша. Маша? Что? Она ест яблоко. Она, наверное, устала рисовать и присела съесть яблоко. Да, покажи всем, какое она яблочко наливное взяла. Красота, да? Угу. И точно в таком же костюме. У нас целая коллекция собирается. Маш, да. Когда уже будет Мишка, интересно? Ой, мам, а когда у нас, интересно, медведь появится? А давай посмотрим, может быть, он в мистере Лимоне? Открывай, давай. Посмотрим. Хочу посмотреть. О, какой большой. Ну-ка. Вот он и медведь, как ты хотела. Он тоже рисует. Он тоже с красками. Покажи. И тоже художник. Смотрите, Маша и медведь. Они художники. Медведь хочет нарисовать Машу. А Маша хочет нарисовать медведя. Да? Пошли рисовать. Пошли. Сегодня мы собрали вот такую замечательную коллекцию Маши и медведя. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!